Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бадди. И мы продолжаем проходить игру под названием South Park. Палка истины. Ну что, начинаем. Это вторая часть прохождения этой игры. Так, что это такое, давайте посмотрим. Я, кстати, узнал то, что если мы нажимаем на правую кнопку мыши, мы нас, короче, пердим. Что там, видите, красный... А, это меч, все понятно. Я думаю, вообще, то, что у меня там, ну, что-то выходит... Так. Дрова можно подобрать, нет? Хороший, кстати, меч я такой взял. Так. Если честно, даже не знаю, что сейчас сделать. Так, давайте мы посмотрим на инвентарь. Так, это у нас инвентарь, да? Так, способности все мои, инвентарь. Так, новых друзей. Так. Это сообщение? Так, нет. Тут сообщение есть. Так, карта вся вот эта вот наша, да? Я так понимаю. Ну, карта, кстати, такая огромная. Так, находки. Группа, так. Ну, или пока вот эта одна группа, да? Так, ну вот, задание. Так, я пока завершил одно задание. Новенький в городе. Так, созови. Созови лучший ход. Только я не знаю, вот, где они находятся. Так, найди у дома и поговори с ним об игре. Найдите токены. Да, созови лучше троих чуваков, и, короче, должен созвать. Карта. Так, вот этот, я так понимаю... Где мы сейчас находимся, да? Да. Найди. А, созови лучших. Точно, ребята, вот. Сейчас мы, типа... Так, а если вот так вот? Карта. А, у нас все, ребят, на карте обозначено. Смотрите, вот, все, понятно. Так, ну да, ребята, у нас сейчас задание созови лучших. Так, давайте-ка мы сначала направимся вот сюда вот. Это получается, нам сейчас нужно идти налево. Хорошо, идем, погнали. Просто бежим. И все. Да, все, я понял маленько, как здесь выполнять задания, всякое такое там. Так, это что такое у нас? Чего? Это что там за лошадка такая была? Так. А, это автобусную остановку нам показали. Блин, нам как бы туда сейчас нужно идти. Да. А пешком что, нельзя, что ли? Так, давайте-ка я пойду сейчас пешком прям. Побежим. Все вместе. Эльфы! Сейчас у нас, короче, будет поединок, типа, да? Да, так и знал, все. Так, ну что, ребята, погнали. Так, погнали. Fuck you. Во. Так, ну я пока херово, конечно, сражаюсь. Так, что мне выбраться для меня? Hurry up!
А, вон она чё. А типа обучение так проходит. Использовать предмет или быстро. Так, ладно. А, это я им должен был тоже управлять. Блин, надо было уклониться, чё какой тупой-то. Так, кровосечение. Закрыть. Используем, короче. Make sure you always carry a few potions. Just don't get grounded for raiding the apothecary's pantry like I did. Так, надо лучника, короче, сейчас. Вот, отлично. Только это еще, конечно, не конец. Блин, да вы что, офигели? Блин, а? Хреново, конечно, я пока играю. Ответный удар, вот он. Ты чё, офигел, что ли? Чё, с ними вообще какие-то сильные? Ну, вообще лохи. Эй, это же больно. Мы его друга убили. О, всё, короче, сдох. Да, жесть. Игра закончена, да. Продолжим, конечно, чё. Да уж. Жесть полная. Так, конечно, мы это пропускаем. Пропускаем это все. Натя, Натя. Блин, за зелень, конечно. А, прикосновение типа, да? Так. Мне надо сначала его дубануть. Блин, я забыл. Опять, да чё это такое? Осмотр. Кровотечение 5. Закрыть. Блин, я истекаю кровью, ребята. Нет. Используем, конечно. О, все. Теперь нет кровотечения. Только я не понимаю, где моя русская озвучка? Что такое? Что за фигня какая-то, не понимаю. Давай сегодня опять. Как некрасиво. Есть. Господи Иисусе. Блин. Так, ему что ли дадим, да? Давайте. А то капец. Оба-на, вот. Супер удар, ребята. Я понял, все. Спасибо, конечно, за подсказку. Так, ответный удар, да? На!
падла. Надо его добить нафиг, надо его добить. Опять его лечить, да? Окей. Используем. Ему дадим, конечно. А мы пока не будем лечиться. Давайте его добьем, короче. Все, добили. А, нет, да. А, он убежал. Не понял. А вот это за что? Жесть, он сейчас скоро сдохнет. Какашку можно кинуть свою? Кого-нибудь? Давай за него говно кинем, нафиг, нафиг, падла. Ответный удар, да ты задрал. Лечим его. Используем. Так, мне пока не могу это использовать, да? Есть. На. Чё, какой-то слабый, я не понимаю. Надо её ударить, нафиг. Меня убили! Отменить, конечно, нет. Следующая способность. Способности какие у тебя есть? Давай используем. Вот. Есть. Мы сделали это. Победа, опыт плюс один. Так, все, короче, мы их убили, мы можем осмотреть их. Что у них есть, короче. Еле-еле, конечно, это было, блин. Вот это битва. Так, у нас еще жизнь осталась, это очень хорошо. Я думаю, ребят. Sorry, but we can't be friends until you have more friends. Ну хорошо. О, аптечка, смотрите. Так, давайте-ка мы сейчас посмотрим, где мы все-таки находимся. Так, мы находимся тут, что ли? Примерно. Надо, ребята, просто идти дальше и все. Да, теперь мы здесь находимся. Да. Так, что тут есть? Полезно такого. Крышка от бутылки? Интересно, что с ним можно сделать? Там ничего. Здесь тоже как бомжары бегают тут. Ничего здесь тоже полезно нет. Так. На. Новый запрос, друзья. Крышка бутылки опять. Оба-на. Так, я пока туда не могу туда, я так понимаю. Подняться. Так, чувак, это случайно не ты? Да нет, мне кажется. Он заплакал. Да уж. Так, там дверь закрыта. Так, ребята, мы идем дальше. За тем чуваком. За первым. Должу же мы все-таки созвать лучше. Так, чтобы выполнить задание. Да иди ты нафиг, я лучше пешком пойду. Так. О, я могу открыть, смотрите.
Украсть тут можно всякую фигню. Нормально так. Так, и что такое? Что сейчас сделал? И для чего вообще, интересно? Так, это, кажется, первый, да? Или нет? Нет, это эльф, это мои заклятые враги. Так, дом Крейга. Ребят, я пропустил. Бежим нас отсюда нафиг. А то нас еще убьют. Дом Крейга, где же твой дом Крейга? Мне кажется, что вот этот есть дом Крейга. Так. Так, я сейчас зашел в какой дом? Фиолетовый, по-моему. Да, это фиолетовый дом. Так, ребята, вот он, дом Крейга. Да. Вот он, дом. Папа Крейга. Так, чего нафиг? Он что, в школе, что ли, учится? Ух ты! Кость, зачем мне вообще? Так, куда нам теперь тогда? Так, дом Токена. Так. А куда мне к третьему идти, я не понимаю. Так, давайте повнимательнее посмотрим сейчас. Торговый центр. Я что-то там слышал про школу. Школа, вот. Созови лучших. Так. Цель. Так, чё? Давайте в школу пойдем. Я потому что что-то слышал. Все-таки давайте-ка пойдем в школу. Я думаю, нам туда сейчас. Так, а где эльфы? Что за баба? Назван нафиг. Так, это не школа. Да, вот она школа. Нам нужно просто идти подальше, и все. Вот так вот. Отлично. Это он? Надеюсь. Так, я думаю, ребята, нам сейчас придется зайти в школу. По-любому. Так, куда вообще вошел сейчас? Что вообще делаю? There's this cool old dude who sells clothes on the other side of town. We don't hang with conformists. Go get the stuff you like. Чувак. Закрыто, блин. Давайте войдем через главный ход. Я думаю, мы войдем. Можно же, как бы, быть открытым. Пять тут стоят. Вы что, серьезно? Издеваетесь надо мной? Чем мне теперь тогда делать? Опять какая-то... Нет, мне не туда прибыл. 100%. Мне не туда идти. Мне, короче, нужно как-то сюда прибыл войти. Чего нафиг? Я уже вот где, получается, да? Офигеть. Куда я попал? Жесть, конечно. Надо вот так-то обойти просто. Да, я думаю, нам сейчас туда.
Я там что-то пропустил, что ли, какую-то дверь, я не знаю. Попробуем через тот вход войти. Опа-на, смотрите. Стекло нельзя разбить. Нет, походу. This is not a good kind of torture. I say only help and the game. Oh, please. You are what rocking. Go conform somewhere else, kid. We don't hang with conformists. Go conform somewhere else, kid. Don't do that. Пойдите сюда нахер. We don't hang with conformists. Go get the stuff to look like we do. Oh, please. What goth kid walks around in those clothes? Enjoy your popularity and 1.9 children in your 401k, conformist. Один так вот гребаный. Так, ну... Блин. Зачем мы сюда реально шли? Сейчас мы воспользуемся вот этой фигней. Так, мы, короче, должны с вами попасть. Ух ты, смотрите. Вот сюда вот нельзя попасть. Че, нельзя, что ли? И как мне тогда быть теперь? Ну давайте-ка тогда сюда попадем мы с вами. Да, я снова здесь. Так. Так давайте-ка мы сейчас тогда выйдем оттуда. Будем ориентироваться по карте. Конечно же. Выходим из дома. Грязный эльф. Убить тебя надо, нафиг. Так. Стоп. Тропиночка, которая ведет наверх, да? Где-то она должна здесь быть, тропиночка. Welcome to the neighborhood. Да, вот тропиночка. Идем. Просто бежим с нами голову. Так, мы сейчас находимся с вами здесь. Открываем. Какой маленький чувак. Come play hide and seek with us. You're it. Новое задание прятки. Хорошо. Они должны где-то здесь быть следом, я так понимаю. Ну, где вы, твари? Так, вот первый, короче, ребенок. А может, они там прячутся, смотрите-ка. Эти дети. Вот, забираем бабло. Где они могут быть? Да ну эти гребаные прятки. Короче, просто бегу отсюда нафиг, да и все. Так, бежим туда, короче. Почему я не могу туда попасть? А, там же дорога, точно. Я могу только по тропинке идти. Hey, over here. Don't worry, I'm not here to hurt you. It's me, Al Gore. You know, Al Gore, I'm super important. All right, look, I've detected some very strange activity in this area. I believe we are dealing with Manbearpig. Yes, the Manbearpig.
I know you're scared, but I need help. Take these and place them in the location specified on the Manbear map, Pig. And now I'm going to make you my friend on Facebook. This is very prestigious. You have my email now, but don't give it out to anybody. I'm super ethereal. Hurry! We must know if Manbear Pig is here or not. Shouldn't you be in school? Какие-то новые задания получаю, блин. Wi-Fi здесь, блин. Зачем я сюда зашел? Welcome to Tweet Coffee. Coffee made with ingredients supplied by local organic suppliers. It's local coffee, brewed locally. Tweak! Tweak! Так. Мы здесь находимся, блин. Мне туда надо было идти. Смотрите, ферма там. Дом Кенни. О, Кенни, смотрите, как там дом Кенни был. Тут сразу отображены все мои типа задания, да, я так понимаю. Окей. Фу, бомжар, даже не буду подходить к нему. Флаг быстрого перемещения. Че, заходим? Он где-то там находится. Мы его должны позвать. You're weird. Hello there. If you're looking for Tweak, he's in the back room, unattended. Unattended. Like a pristine meadow, known only to the wild horses that graze there. Would you like to try some coffee? It's fresh. Кофе есть, конечно же. Так, если скорость ультра. Так, у меня $28, пока вот это куплю. Эликсир силы можно купить. Так. You should try some coffee. It gives you that edge you need to stay focused at school. А где тут чувак? Вот он, да? Да, вот он. Could you go get the 4 o'clock delivery for me? If you do, I can finish here and then I'll still have time to play. Please, would you? It's at Kenny's house, like always. You give them this, they'll give you the delivery. How am I supposed to do all of this? There's no way, man. Starbucks has like 8 employees. Here it's just me. Блин, дает нам какие-то задания, блин. То туда беги, то туда вообще охренели. Реально уже задрали. Так говорит сам Кенни, опять нам туда сейчас бежать. Да ну нафиг. Some mornings I wake up with a sore asshole. Жесть какая-то просто. Так. Так. Так, ну давайте-ка мы сейчас сюда побежим. В тот дом. Так. Да, вот нам сюда сейчас заходим. Можно зайти сюда? Эй, чувак. If you try again, I will pepper spray you back to the Stone Age. Но задание. Незваный гость. I warn you, sir, I have 5 years. Ты охренел, что ли? If you try again, I will pepper spray you back to the Stone Age. Sir, I'm a... Как нам быть, защитить себя? Вообще не пользуюсь ли. Так. Главное. Ты нового друга, окей? Способность задания завел лучших. Так, надо постудить себя, если охранник у тебя так и газобаллончик. Хорошо, надо чем-нибудь одеть.
Только что одеть, я не понимаю. Так, ладно, давайте-ка мы сейчас куда-нибудь еще пробежимся. Незваный гость. А, нам туда, что ли? Типа, то задание выполнить. Так, там другое должно задание выполнить. Так, все, я понял, нам сейчас сюда бежать. Все понятно. А, я сюда не могу. А хотя, стоп. Не, не смогу. Давайте просто бежим. Не будем останавливаться, просто бежим и все. Так. Нет, нужно еще дальше идти. Так, все, сдохло, да? Отлично. Так. Опа-на! Ответный удар у него. Чё ты, падла? Нася, нафиг. Его надо мочерить. Чёрт побери. Способностью. Смятку. Чё, давайте. Его убили. Так, это сдох, да? Давай, сразимся с тобой, падла. Я тебе тоже... А, не-не-не-не, стоп, назад, я сейчас вот так вот сделаю, нафиг. Есть. Все, мы сделали их. У нас получилось. Так, бежим, короче, дальше. По-любому нам сюда, да? Нет, ребята, нам лучше сейчас сюда надо идти. Чем-нибудь купить? Маску какую-нибудь там, я не знаю. Так, со своих друзей получил. Да, нам сюда, ребята, да. Так, пропустим, да ну нафиг. Thanks to the stupid Democrat, купить. Так, купить снаряжение. Да, во, точно. Купить, конечно, да. Так, что еще тебе можно купить-то? Длинный меч воина. Так, я пока не могу их использовать, у меня только второй уровень. Так. Разное, что можно купить. Продать вот можно здесь. Хотя нет. Так, давайте продадим что-нибудь. Так, здесь я ничего не буду продавать, короче. Продать. Корзина. Да, это можно продать всякую вот эту вот мелочь. Зачем она мне нужна вообще? Так, продаем это все ненужное. Так, имидж. Не знаю, зачем он вообще. Так, это, конечно, я продавать не буду. Так, ну что, все, мы купили то, что нужно. Так, теперь нам нужно
А, инвентарь, инвентарь. Так, потом сюда. Да зачем мне это? Ну хотя волосы, ну ладно, так оставим. Не, вот этот нужно надеть. Вот теперь будет нормально. Так, все, да? Так, перчатки у нас есть. Клинок В надо было продать, ребят. Так, давайте посмотрим нашу экипировку, короче. Хотя зачем это? Нафиг нам это надо? А вот насчет черепа я согласен, это нормально. Это мы убираем. Так, все. Так, вот, типа, мы выполнили задание, возвращайся в... Так. И как отсюда выйти? А, все, все, все. Смотрим на нашу чудесную карту. Так, ну что, куда нам теперь-то? Возвращаемся сюда, да? Да, вот сюда вот возвращаемся. Так, скоро мы, короче, закончим этот выпуск. Ну, то время уже. Крысы, блин. Фу. Ну, я забыл подобрать, ребят. Как я мог-то? Я первый нашел. Так, первую девку я нашел. Нифига себе, где она пряталась. Офигеть просто. Да, она сюда. Так, ну чё, чувак? Вот так вот. Давай, сразимся, чувак. Способности давай что-нибудь выберем. Property, о, нормально так. Нифига себе, у него покосил. Жесть просто. Зачем я себя лечил? Я что, дурак, что ли? Осмотреть, будем способности. Давай сюда его, что ли. Ой, что-то вы охренели. Так, надо, короче, вбухнуть снадобье. Используем это. Точно, используем и какашку. Блин. Придется нам использовать. Sir, you are making me late for my Elks Club meeting. Способности. Вот, давайте это используем. Мы еще ни разу не использовали. Oh!
Капец нам, короче, ребят. Давайте к себе полечим. Надо нам покушать. Ну, он бьет, смотрите. Все, мы его выиграли. Мы победили, есть, отлично. Так, вот здесь какая-то блинка. Чё я взял? Чё я подобрал? Так, стоп, инвентарь. Всякие игрушки здесь. Так, при... Нет, я все-таки оставлю свое оружие. Короче, бежим к нему. Yeah. Опа-на, вот он. Can I help you? What's this? Oh, the elf took the stick again? Hang on a second. Thank you for thy message, traveler. I shall make haste to Koopa Keep. Mom, can you drive me to Eric's house? Так, все. Цель достигнута. Отлично. Так, короче, самое главное мы сделали, вот это вот. Так, ну потом, конечно же, продолжим в следующем выпуске. Так, стоп, что там? Забираем, конечно же, 60 центов. Так, нужно сохранить игру обязательно. Да, прям здесь сохраним. Сохранить игру. Да, Так. Сохранить. Где там? Ну, сохранился-то. Да, здесь сохранилось все. Так, ну что, ребята, на этом я заканчиваю вторую часть прохождения игры Souls Park Палку Истины. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, пишите комментарии. Всем пока. В следующем выпуске, третьем, будем продолжать.